Меня зовут Глеб, я из, из Минска и последнее время живу в Питере, работаю программистом. Я смотрел видео Шамшурина, потому что они полезны были там не только с точки зрения пикапа, с поверхностной, но были о личностной прокачке. Так, мужик, вот ты заикаешься, но, собственно, мы это все видим. Тебе это как-то мешало во время знакомства с девушками, вот во время тренинга? Мужикам, которые тоже заикаются, что ты посоветуешь? Идти на тренинг или не идти? Это как-то мне влияет? Это однозначно не мешало вообще, ну просто вот никак не влияло. И люди реагируют с пониманием. Ну, по-любому, как бы это, в худшем случае, так сказать. Ну, то есть, никто не будет там. Ну, это даже не влияло на номера телефонов. Сколько номеров взял за тренинг? За тренинг номеров 10 где-то. Сейчас куда идешь? Ну, не так много. Сейчас куда идешь? На свидание. Круто.